10 километров позади. Не особо устал. Мухаммад Майранов, председатель республиканского муфтията. Профессиональную деятельность успешно совмещает со спортом, регулярно выступая на соревнованиях. В этом году Майранов победил на международном турнире по джиу-джитсу и вот решился на новый вызов. Махачкала Тимиргоя – первый забег Мухаммада. Он готовился к этой дистанции всего 3 недели. Вроде нормально, дыхание хорошее. Колено чуть-чуть подводит. Боюсь, старая травма чуть-чуть дает о себе знать. Ну, иншаллах, добежим. Во время забега председателю муфтията немного мешала боль в колене. Тем не менее, ему удалось преодолеть дистанцию почти в 30 километров. На финише его встречали друзья и коллеги. Бег для меня не новое что-то, но на такую дистанцию я впервые бегаю. И сегодня по воле Всевышнего получилось пробежать 27 километров. Но я думаю, на этом мы не будем останавливаться и попробуем увеличить дистанцию. Хочу призвать молодежь, да не только молодежь, чтобы занимались спортом, вели активный образ жизни, отказались от вредных привычек и ненужных дел, которые не приносят им пользы. Мухаммад Майранов продолжит подобными акциями призывать молодежь к занятию спортом. Следующий забег религиозный деятель планирует осуществить на более длинную дистанцию. Хамза Нурмагомедов, Дауд Гасанов, телеканал ННТ, Махачкала.